Друзья, всем привет! Сегодня мы продолжаем обозревать такой проект, как Sony X. В первой части обзора мы поговорили с вами про технологию проекта, что, собственно, они пытаются внедрить, какая их идея, идеология. Сегодня поговорим про дорожную карту, и, собственно, этот обзор будет выделен только этой теме. Вот мы видим на экранах дорожную карту проекта, и давайте же начнем по порядку. На май, 20 мая 2019 года, Sony X Blockchain, собственно, чем они занимались? Они исследовали мастерноды, которые больше всего подойдут для их платформы. И, собственно, они выбрали мастерноду Trona, чтобы получать более интересные инвестиционные инструменты для стабилизации всей сети. Tron очень идеально подходит для их блокчейна, как считает Sony X. И именно его они выбрали в качестве в основе альтернативы всем остальным. 12 июня 2019 года, собственно, был выпущен веб-кошелек с простой конструкцией, которая еще дорабатывается, и общей функциональностью, где можно получать, отправлять токены SOX или создать, а также импортировать учетную запись. Что касается ближайших планов проекта Sony X, тут у нас следующее. На 14 октября 2019 года планируются частные сделки по мастернодам, а также реализация Advanced Repricing P2P платежей с нулевым значением. Алгоритм ZHSnark, так как Implated in Zcash. Это позволяет сделать доказуемые платежи без получателя или количества транзакций. То есть мы сможем оставаться анонимными в любой передаче, и никто не сможет отследить ни количество токенов, которые пересылаются, а также конечного адресата. На 27 января 2020 года будут осуществлены мгновенные платежи по мастернодам через аналог Lightning сети. 26 мая 2020 года можно будет принимать голосование и принять систему бюджетирования, собственно, управлениями мастернода. На 30 число 2020 года запланирована проверка инфраструктуры блокчейн общественной сети на основе Toinform, сообщества и проверенных эмитентов. Также будет реализована с помощью смарт-контрактов данная система, и она будет хранить и управлять реестры проверенных эмитентов. Это будет происходить вне сети, но по какому принципу в данный момент пока еще непонятно. В принципе, время есть, и чуть позже, я так понимаю, мы узнаем об этом чуть подробнее. На 3 августа 2020 года запланирована оптимизация peer-to-peer, увеличение транзакций в секунду TPS, и будут производиться намного быстрее блоки, чем в данный момент. Собственно, также будут специализированные блоки, и они будут с уменьшенными размерами, что, собственно, и должно помочь увеличению количества транзакций. На 24 августа 2020 года у нас, получается, будет готова цифровая подпись и будут выгружены SOP-процессоры. В настоящее время эти проверки, они идут, они проверяются, и они чем-то напоминают эфириум подобных протоколов. Собственно, это поможет увеличить скорость транзакций с 5000 до 15000 TPS. Собственно, у проекта планы большие на будущее, как они будут их реализовывать, как у них это все будет получаться. Конечно же, опять-таки, покажет время. Технология вещь, конечно, сложная. Сразу все не приходит и не получается. Поэтому следим за проектом. Все необходимые ссылки по нему будут в описании. Всем пока! Yeah.